You reckon you'll make it all right? No worries. With this team behind me, I'll make it all right. Make it. We've been practically there now. But I'm fairly fresh. If there's a good sort around, I'd take her out, I reckon. You reckon you'll be ready for a good sort when you get to Melbourne? Yeah, well, I'll have a bloody oath. В жизни есть дилемма. Человек всегда стремится к совершенству. Достижение чистой победы без всяких условностей. Вот, например, бизнес. В этой сфере можно достичь успеха благодаря разным обстоятельствам. Оказаться в нужном месте, в нужное время. Улыбнулась удача, родители помогли. И по этой причине нет ощущения, что все сделал сам. На марафонской дистанции у всех равные условия. Один старт, одна трасса, одна погода, один финиш. Ты остаешься один на один с большой целью. И здесь ты можешь рассчитывать только на свои силы. Превозмогая усталость, боль, прогоняя прочь мысли о сходе с дистанции, ты движешься вперед. И только тогда, когда ты все-таки добежал, когда пересек финишный створ, когда тебе повесили медаль, только тогда возникает ощущение чистой победы. Только тогда ты стал совершенным.